Поламати міфи російської пропаганди, ми попросили Давіда розказати про свої татуювання, що вони означають, тому що дуже багато маніпуляцій. Думали, на шиї у мене там орел, типа, да, вот этот, который с нацизмом связанный. То есть, да, это просто ворон набит, так сказать, символ мудрости, развитого интеллекта. На руках изображено 9 кругов ада, да, то есть тут первый круг, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и спина, да, типа, 9-9 круг. То есть это из книжки Данте, там он описывает 9 кругов ада, я просто ее прочитал, мне очень сильно понравилась эта идея про его 9 кругов, что за определенный грех ты попадаешь в один из кругов ада. Мариуполь – это який круг? Пекло? Все 9. Все 9, да? Все 9, да. Мариуполь – это все 9 кругов. Здесь просто абстракция изображена, то есть просто полоски, ничего не значит. Здесь написано «Страха нет», «Любовь», надпись, тут просто кинжал. То есть никакого нацизма, никаких свастик, то есть у меня нет. У тебя на руці ось цей хрест, це стратеж, да, да, те, що ті люди, які не вживають алкоголь, і да, те, що там наркотики і інше, прямий шлях. Ти був стратеж, да, я розумію? Да, був когда-то, да, в стратежі, в этой тусовці, в этой біжі. Ага, зараз? Зараз нет. Я хочу зачитати російську пропагандистську статтю, цитую: «На руках нацистські знаки і девіз концентраційного лагеря Бухенвальд. Жадем да сейн, каждому своє. Во всю спину красувалась козлиная голова дьявола». Окей, по спині ми вже розібралися, а ось по Бухенвальду. Не знаю, где вы что увидели, какие надписи Бухенвальду. Ничего такого нет. Що на ногах, розкажи, ми зараз не будемо показувати, що там. Да, там есть изображение Девы Марии, есть изображение Иисуса. И фраза царя Леонида «Всех убить, все отнять» на двух ногах. Паутина, опять же, козлиная голова. И какие-то просто картинки, то есть никакого смысла не несут. Якщо ти не віруючий, для чого тобі набивати, ну, православні образи? Ну, это больше ирония, знаешь, что неверующий, и поэтому, типа, Дева Мария и Иисус, типа, особенно если ко мне, ну, то есть это относится, просто это такая ирония, типа, знаешь, как нарисовать дерево на бумаге, то есть то же самое, типа. То есть Иисуса и Деву Марию, типа, на себе изобразить. Все это ирония просто. В той момент, коли ти виходив, я розумію, що ти себе так налаштував, що тобі от після Азовсталі вже нічого не страшно. Тобто все, що було далі, це, ну, не суперважкий період для тебе був після Маріуполя. Ну так, да, я вже на момент Маріуполя, тобто Маріуполя і Азовсталі, а вже на той момент я вже все відбоявся, так сказати. І коли я виходив, то есть, я вже був готовий до смерті, да? Поэтому... Ну и трудно было сдерживать какие-то эмоции. То есть я сдерживал эмоции, потому что, чтобы не навредить парням, которые тоже выходят. То есть мы ради раненых наших, типа, выходили. Ну и при этом пытался, типа, с честью выйти, так сказать. Да, там они пытались как-то морально меня унизить и тому подобное. То есть старался с честью остаться.